Сегодня влог из Санкт-Петербурга. Ты вообще урод? Прости, пожалуйста. Что? Я? Ой, ребятки, столько воды утекло за то время, что мы с вами не виделись, столько всего произошло, это просто катастрофа. И столько материала у меня пропало, который потенциально можно было превратить во влог. Давайте я вам сейчас все расскажу, просто зайду в здание вокзала, а то, честно говоря, немножко холодно очень сильно. Сколько времени прошло, блин, там и Тудрот сыграли против Динамо, можно было сгонять. И первая товарищеская игра амкаловская была под руководством Сослана Маратовича Гатагова. Короче, куча всего произошло, но включаюсь только сейчас, когда у нас с Амкалом выезд в Санкт-Петербург. Я приехал сейчас на Ленинградский вокзал. Едем, никогда не догадаетесь, на чем. На Сапсане, на мини-турик из четырех команд, который состоит. Это чисто Питер, который организатор турнира. Это Амкал, это ФК Одесса, это Броуки. Так, что? А? Блогеры? Нет, да. Я не придумал ничего остроумного. Привет, подписчики Фарзяра. Спасибо, что поиграл вчера, опять не ответил. Fuck you. Друзья, если вы соскучились по... Counter-Strike? По стримам, да, Фарзяра с Counter-Strike, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, чтобы он, наконец, ответил его сокоманднику и хотя бы на одну каточку зашел. Давай сколько лайков, столько каток ты играешь со мной. На самом деле, без шуток, они могут собрать 10 тысяч в теории. 10 тысяч лайков. И я с тобой играю в Counter-Strike? Да, и понял, они пойдут, типа. Вот она, твоя пятерка рецидивистов на праймовский этот самый матчмейкинг. Даня, на самом деле, Сенька прав. Я лютый кидок, но не специально, если честно. Сеня постоянно зовет в контру играть, а меня просто туда, ну, не знаю, пока что, во всяком случае, не тянет. Слушайте, ну давайте немножко, наверное, серьезно расскажу, потому что это просто трагедия, ну, катастрофа катастрофическая, но с кем, если не со мной, это должно было произойти, правильно? В общем, все было хорошо, ничего не предвещало беды, и я заболел. Причем заболел жестко, у меня была температура 39, стабильная, 40. Я выбыл из тренировочного цикла где-то на неделю, как раз-таки полторы. Весь тренировочный цикл, который подводил к этому турниру. А для меня он охренеть какой важный, потому что потенциально может состояться матч там Амкал чисто Питер там против бывшей команды, все дела. Да, это, ну, для даже самого конченного футболиста это всегда большой вес имеет. Как итог, я успел посетить только одну тренировку, и то вчера, и то работал вот с Эриком, с Сибычем в индивидуальной группе, потому что мы после болезни. Я сейчас буду жестко ныть, потому что имею полное право на это. Из-за этой болезни у меня слетели съемки у Позова, семейное дерби. Мы с Ирой должны были туда пойти. Дай бог позовут еще раз. Я должен был лететь в Сочи и снимать, естественно, оттуда влог вам. Вот это, мне кажется, было бы супер круто и интересно. Меня пригласили поучаствовать в медиапокере, который вот как раз Серега Кефир выиграл. Ривер! Это свершилось! Тройка. Свершилось! Это что-то легендарное! Мы не будем его фоткать в кубках! Все слетело, и вот, понимаете, две недели было в году, в которые мне не стоило болеть, и я заболел. Я проклят, мне кажется, вот как только идет какое-то важное событие в жизни, я всегда заболеваю. И Бруда! Welcome to my vlog. Hello. How you doing, brother? Good. I'm doing great. I should congratulate you. You are now an Amkal player. Yeah, thank you. I'm very glad to see you in our team, bro. The team of superstars. Сегодня влог из Санкт-Петербурга. Все еще ждешь пачку в КС? Я смотрю КС. Это катастрофа. Это ужас. СММщик, здравствуйте. Здравствуйте. Здорово, покер. Приветики. Причем я полупокер. Чтоб ты понимал. Да, это наш тренер вратарей. Чего, да, не было у нас. Азартные игры внутри команды. Разрешается. За это бонус.
Или ты уже сказал, где получить бонус? Дорогие друзья, в закрепленном комментарии Alimbet ждет вас, ссылочка. С промокодом FORCE вы можете зарегистрироваться и получить возможность страховать свою самую первую ставку размером до 10 тысяч рублей. Почему вам это не надо делать прямо сейчас? У меня нет, к сожалению, ответа на этот вопрос. Прямо сейчас переходите, регистрируйтесь и тем самым поддерживайте меня и мой канал. Если бы я знал, блин, что ты такой козырный перс. Это случайно получилось. Ты знаешь, что у тебя депозит? Да. Сеня Левшук просил апельсиновый сок. Скажи, что только воду может дать. Что-нибудь вам крох насыпать вам? Принести что-нибудь вам из вагона ресторана? А? Воды. Воды вам принести? Без газа. Что, забыли, кто вам кости передал? Обглоданную пиццу свою едите. Ананасы съешь. Ананас заблизываешь так. Так а что нам еще остается? Ну вообще, честно говоря, тут вы посоветуете сидеть, потому что рядом со мной просто чудак льет пиво нахуй направо-налево, на пол, блядь. Он уже 3 раза уронил эту банку, блядь. Я уже из-за этого пришел к вам. Ты зачем там ходит, собирает? Да, пиво, блядь, в лицо, блядь. Вау, слышь? Блин, я подумал, у нас двойная кровать. Начало. Был уже рад. Я с Прокопом, живу с Прокопом. Всем добрый. Ну что, уютненько, между прочим, я считаю. На Большом проспекте. В красивом районе. Я просто в Петербурге, ребят. Что интересно, я же вам не сказал, что мы завтра на Газпром-арене должны играть. Как бы, ни хера себе. Не прошло и 20 лет, как наконец-то мы доехали с Амкалом до Газпром-арены. Еще сейчас прошла жеребьевка завтрашнего турика. Удивительным образом проходила жеребьевка. Амкал с десяткой скидывались на Цуефа, и победитель пикал, собственно, соперника, выиграла десятка. Сказали, что они будут играть с чистым Питером, соответственно, Амкал будет играть первый матч с Броуками. Мне остается только надеяться на то, что чистый Питер, я не знаю, при помощи, может быть, Сереги Лапочкина там и всего его судейского корпуса, накастуют все пенки. Пройдет десятка, потому что десятка в очень хорошей форме сейчас. Они там в инактив никакой не уходили. После сезона МФЛ они там ездили в Абхазию, в Беларусь, по-моему, ездили, товарки играли самые разные. И в целом не прекращали тренироваться. И вот чисто Питеру, мне кажется, придется достаточно тяжело. Играем завтра с Броуками. Ну, если что, все матчи проходят за один день. Первая игра, по-моему, в 14:00. Таймы по 25 минут. Два тайма. Ну, короче, нестандартный регламент, достаточно. О, а у меня, кстати, такси подъехало. Двину. Подстригусь. Да, бля. Yes. Я стригу. Я стригу. Пьян, ты еще лучше делаешь. Ну, по красоте вообще, конечно. Подстригли. Это уже реально традиция. Каждый раз стараюсь стричься перед матчами, если я в Питере. Ну и в целом с ребятами всегда с удовольствием повидаюсь. Хотел сейчас дойти тут до мамы. Вот даже думал суши, короче, заказать, перекусить с ними. Но там сестра болеет, а я только-только выкарабкался. Мне Ира не простит, если я очередную заразу привезу к нам домой. Поэтому, наверное, пойду сейчас в отель и либо зачилюсь, либо, может, сейчас даже в покерок зарубимся. Там Миша взял набор покерный. Устроим свой медиапокер с блэкджеком и, блин, вкусняшками. 8, блядь, часов спустя. Я в каком вообще дичайшем заебе, вы бы знали. Вроде я просто не выспался, и вроде во мне даже 4 кофе и 1 Red Bull. Ну мне просто вообще, как я хочу спать. Я хожу, причем весь день слушаю песню одну и ту же. Трек, причем, реально разнос, но он меня не спасает. Я очень хочу спать. Я сейчас, на самом деле, хочу есть. Я очень проголодался и не смог, в общем, совладать с собой. Пришлось заказать суши. Категорически благодарю. Все, спасибо, до свидания. Я прощу тебе все за 2 ролла. За 2 ролла? Да. А что ты мне хочешь, простите, я не понял, тренеришка.
Ладно, показалось, показалось. Издалека подумал, что ты в майке чисто Питер. А, не, ни за что. Номер? 208. Я рядом живу. 208, думает, я его впущу. Подарочный ролл, который я не буду есть. Ну, если что, если вдруг реально Женя Спиряков зайдет ко мне грабить меня, вот я ему его и отдам. Ну, посмотрите, какая красота. Я еще забыл, что здесь эти маки-роллы с лососем. Ой, я вообще какой счастливый человек. Кто там? Ладно, заходи. Hello. Это, если что, острый ролл с креветкой. А, ну, там, соответственно, все с лососем. Нихуя ты заказал, как много. Почему Питер столица суши? Потому что, мне кажется, здесь эти самые, ну, портовые зоны, и проще доставлять качественные продукты. Mm-hmm. То есть даже вот на Севкабеле там была точка у знакомого, и они мега качественные морепродукты с Камчатки доставляли. А я думал просто, что под солями ролл нихуево заходит. Бля, как я тебе завидую, что у тебя получается снимать влоги. Я не умею. Все потому, что вы их смотрите, дорогие мои. Молодцы. Раньше вы их не смотрели, да, но вы да, поняли. Я помню это. Я помню этот момент, когда ты в Красноярске. Бля, какой вы момент проебали, вообще жесть, честно. Блять, в Красноярске и в Новосибе пиздец, что за выезд? И вы это не посмотрели, охуеть. Неплохие, кстати, суши. Ладно, друзья, я думаю, что на этой прекрасной ноте я точно заканчиваю сегодняшний день и иду спать. Посмотри мемчик в инстаграме, который я тебе скинул. Спасибо за роллы. Я отметил тебя и Полинку там. Спасибо за роллы. Всем доброе утро. Начало теории. Небольшой разбор соперников и все такое. Мне все нравится. Поздоровайтесь, пожалуйста, блин, с нашим чудесным оператором Илья Мотиватор. Ставим какой. Сука, если ты сегодня, блядь. Чисто так бросили. Фор 29R. Прости, пожалуйста. Здорово, брат. Здорово, мой дорогой. Здорово. Платили как? О, я к тебе-то иду искать. Здорово, боец смешанных стилей. Ты прикинь, мы сюда ходили на Спартак смотреть. Сейчас можно даже побегать будет. Так мы с тобой еще на Бельгию ходили с Россией. Не, ну слушай, арена грандиозная. Одна из неплохих. Ты когда на бои пойдет? Я вообще против драк. Драки кого? Это плохо. Ты больше да? Меня в жизни дрался. Чего, сколько? Кому ты в Питере типу нос разбил, когда было? Ну он был неправ. Ну вот видишь, сейчас еще будешь ты выступать, рэп записывать. Ну ты видишь, вон я все, Nike Tag. Наконец я этот Adidas вонючий отпустил. Просто весь переобулся. Люди не одно. Намек, они тоже ты был когда-то в Адидасе. Как дела? Нормально. И мы рады, что ты нашелся к матчу хотя бы. А то а тебе ни слуха, ни духа уже сколько дней. Ну чуть-чуть, да, чуть-чуть пропал. Совсем немножко. Пил? Нет. Дыхни. Спасибо. Ты ушами, да, чувствуешь? Да, 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 да. Все, хорошо. Я боялся подъема. Я понимаю, что это не смешно. Но, блин. Ты вообще урод. Один плюс один. Да, да. Прем. Это премки. Один плюс один. Брат, а если бы модели мамы, то ты задал заняшься. Это один плюс один, это премки. Сюрприз. Бля, ну просто не ожидал его вот так вот увидеть. Ну типа он там на костылях, я понял, но что он на ланд-крузере приедет, я точно не ожидал.
можешь какие-нибудь свои фишки придумать, а не все красть у Тудроса, пожалуйста? Нет. Уже боишься, да? Блин, ну по 25 минут, конечно, это жестко, блин, это так быстро пролетят они. Блин, ну мало, конечно, народу. Не знаю, может еще там подтянутся. Не очень атмосферно просто будет, конечно, выглядеть этот концерт. Обладает? Если раньше было «кати мне в штрафную», теперь «кати меня в штрафную». Игорь, сфоткайтесь с мальчиком, пожалуйста. Конечно, конечно. Вот у нас оператор есть. «Катите меня в штрафную». Not on my watch. Отец, это уже какая-то традиция. Я опять на Зенитовском стадионе, и мы с вами созваниваемся. Я чувствую, что так и надо делать. Ай. Я тебе удачи желаю на родном поле. Спасибо, дорогой. Давай. Поменьше волнения, уверенности. Я тебя люблю, обнимаю. Хорошие, интересные игры тебе. Спасибо тебе большое, дорогой. Давай, на связи. Давай, на связи. Давай, пока-пока. Кроссбар? Да, да, все, на, я пошел. Давай, дорогой, удачи. Пацаны, разъебать. Ебать и резать, Дубников, ебать и резать. Сразу что я заметил? Алишер в старте и Гриня в старте. Чувствую, будет мясо. Бля, круто. Акустика. Браво! Я, знаете, что вспомнил? Были времена, когда вот мы играли с дротами, и нам казалось, что Гуди это что вообще за центральный защитник. Зою туда ему, блядь, это безрассудное поведение! Ну, кстати, вообще подкат реально был грязнючий. Желтая есть, но подкат реально пи***л. Возилова до слез! Хорош! Бля, как красиво играем. Это, походу, футбол Гатагова. Знаменитые тики-таки. Без под... Я наткнулся на днях на ролик, типа туториал по финту, и там чувак, я тебе клянусь, делал финт Гатагова и говорил, что это очень эффективная тема. Ну, только, ну, там англоязычный был чувак. Но там он немножко его, знаешь, чуть более санкционированно, скажем так, продемонстрировал, но... Давай, спизда ничего-нибудь. Ты тоже. Без ударов не будет голов, правильно, Каратаев? А без поражений побед? Нет, это полная х**. Кстати, вот в эту, вот эту дичь я никогда не верил. Алишер забил? Блять! Так, что привело к пропущенному от Алишера какого-то голу? Алишер не отпраздновал, кстати. Я удивлен. Я был уверен, что отпразднует, если честно. Он вообще один бы остался там каким-то образом. Кто? У нас все выключились, блядь. Блядь. Ну, блядь, ну мы не можем по-другому. Вот нам надо именно, блядь, первыми пропустить, блядь, чтоб какая-то, блин, херня началась. Я держу в курсе, насколько быстро летит время. Уже 20 минут прошло, блядь. Еще 5 до конца тайма. Ну это что за подзалупная творожня? Я что-то не понимаю. Я не понимаю этот футбол, блядь. Тяжелая, блядь, понял, тяжелая, игра тяжелая. Все. Да я хуй, у них нихуя не тяжело, они ведут, блядь. Ну, блядь. Потому что они не привыкли играть в футбол, блядь, запросы. Директор, блядь, он в тильте, нахуй. Да? Поляна, нет? Поляна, ну такая, блядь, жестковатая где-то, блядь, они сухая еще. Сейчас кажется, как будто пиздец у всех гири, нахуй. Есть такое. Че за хуй, а? А что там было? Бля, это пиздец. А что было? Ну и правильно, не, Маратыч такую хуйню, кстати, это самое, не прощает. Ой! Хорош! Бля, кстати, шоумен какой, шоумена подписали, блин, шоумен! Шоумен! Опять Гуди, блин, Гуди! Ты хуй на блюде! Здорово, мужики, давайте, связь.
Все, давайте. Пури, пури. Настолько разочарован происходящим. Гуди почти фулл матч играет у людей. Я въеб. Блять, у них сначала на МКС шина фулл матч бегает, нахуй, нам гол забивает. Сейчас, блять, Гуди. Да! Блять! Как красиво это, особенно отсюда, где я сидел прекрасно на мяче. Ну! Да. Да, 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 да. Почему вот, нельзя было так играть с начала матча, блядь? Вот просто 25 минут опять этого первого тайма вот так отданы, блядь, как будто. Почему нельзя было с первых минут вот так играть, как сейчас, блядь? Что им такого, блядь, дали в раздевалке? Это честно, это просто пиздец. Одна ошибка, один момент, блядь, и, блядь, я просто в каком я тильте, а? Причем, блядь, даже не доебаться, не сказать, что они там, блядь, не старались на... Не отдали себя на поле. Вон. С Медведевым выйдем, блин. Ух, ёпты. Кто? Чего? Что? Я? Ебаться. 5 минут триумфа. Ёпты, а чё? Просто мне надо было бутылку принести или что? Ну, не знаю, подозвали. А, вместо дуба? Да, все. Давай, давай. А, все, на паузе? Давай. Ёпта, нихуя да себе. Давай, блядь, без ёпта. Я готов, это факт. Бля, ну выбейте мяч, дайте футбол поиграю. Спасибо тебе большое, что вымотал их, я их добью сейчас. Давай. А, блядь, блядь, стоит! Ты кончил с микрофона, вышел, блядь. А ты как думал, брат? А ты как думал? Ух, ёпта, блядь. Дели, 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 дели. Реф! Блин, какая красота атмосферная, а? Ух, ё-моё, чё-то. Поздравляем! 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 Пацаны, уже идеи кончаются, как вас зарядить эмоционально. Уже все, уже все методы перепробовали. Ля, ну 2 минуты триумфа. 1.5 подскальзывания. Дубников! Дубников! Я уже везде сказал. Приедем в Москву, отработаем с тобой левую. А я, все, я стрелял, блядь. А? Я стрелял. Чего? Куда ты стрелял, блядь? Я опустил вниз, и старый кричит, типа, далее, далее. И у меня... Ань, блядь. Ты нападающий, елки-палки, скажи, старый. Я тебе говорю, я голову... Пердун ты старый, блин. Кузя! Ебать и резать, Кузя! Давай! Соник Дэш, давай! Давай, с... за Рикардо Кака, нахуй. Куда? Тебе замена не нужна, блядь, сколько бежал, нахуй, 70 метров? Мы гол забили, нахуй, за 100 минут, блядь. Прыгай. Человек тоже почти 100 минут отыграл, блядь. Спасибо. Нам еще пригодится. Все, новые игры, блядь. Смотри, одна у нас, я не могу. Парни, одна, я не могу. Ну, одна, одна. Приехал!
Такой вот, друзья, турнир в один день получился. На самом деле прикольно очень. За исключением, наверное, того, что я бы вот народ не дал им рассесться по всей арене, посадил бы их под ТВ-картинку, чтобы атмосфернее было. И, как следствие, мне кажется, даже, наверное, и громче было бы. Конечно, два тайма по 25 минут. Блин, нам не хватило, блин. Это все вопрос регламента. Третье место заняли, к сожалению. Против Чистого Питера вышел, получается, на 2 минуты, провел концерт. Все отработал, все честно, все круто. Сейчас поедем, наверное, кушать мясо. Кстати, да, покажи кофту. Ты же получил это самое. Гуди получил красивый кубок, лучший нападающий турнира с нулями голов. У тебя один из трех голов забитых на турнире, и у тебя кофта... И штанга. Полтора гола. И у тебя Яндекс Плюс. Я настоял, значит, чтобы привезти этих говнюков в ресторан прекраснейший. Вот. И мы сейчас заказали уже одно потрясающее блюдо, которое мне прям не терпится вам продемонстрировать. Оно тает во рту? Честно говоря, да. Как пиво? Это отвратительно, но я расскажу. В богатых командах, где ребята с низкой социальной ответственностью, моральными принципами, могут, допустим, сидеть вот за таким столом в бане, ну, он обычно может быть побольше или длинный, допустим, 10 парней. Вызывается специально обученный человек женского пола. Самой древней профессии. Да, древней профессии. И запускают ее под стол. Она начинает кому-то сосать член, и надо понять, кому да. Каменные лица. Ты играл такое? Да, один раз. Один раз? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты, блин, посмотри, слышишь, Анатолий? Ой-ой-ой-ой-ой. Это должно быть вне закона. Ну, чтоб ты понимал, это еще и безумно вкусно. Да? Картошка? Сейчас с удовольствием покушаем. Подожди, а он делал так? И потом, дай боже, выйду на связь. Ну что, мои дорогие, я самодельным софтбоксом в виде телефона засвечиваю себя. Я сейчас у прекрасного оператора-мотиватора нахожусь. И буду готов уже скидывать сейчас ему файлы с материалом. Просто напоследок хотел бы сказать огромное вам спасибо за то, что посмотрели. Лайк поставили, комментарий оставили. Увидимся уже в ближайшее время. Если вы перестанете смотреть мои влоги, я вас возненавижу.